Продолжаем информировать наших телезрителей о ходе подготовки избирательной системы к выборам президента России. В репортаже речь пойдет о проекте «Inform Week», который будет реализовываться в Славянском районе. В территориальной избирательной комиссии «Славянская» всегда готовы помочь избирателям. В Славянском районе, как и во всем крае, с 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут информировать жителей о предстоящих выборах президента Российской Федерации и уточнять данные самих избирателей. Все члены комиссии или обходчики, они уже прошли у нас обучение. Обучение мы проводили, Центральная избирательная комиссия, избирательная комиссия Краснодарского края, как правильно себя вести, как общаться. И все обходчики будут обеспечены. Это будет сумка, специальная сумка. Также у них будет специальный значок и будет бейджик. Ну и при себе будет удостоверение члена участковой избирательной комиссии обязательно и паспорт гражданина Российской Федерации. Избирателям расскажут не только о том, где и когда пройдет голосование, но и предложат листовку со всеми зарегистрированными кандидатами на президентских выборах. Время посещения избирателей члены УИК определят самостоятельно, но с тем расчетом, чтобы это было удобно славянцам.